Не можете приехать к нам, тогда мы сами в гости к вам. Именно такой девиз можно дать проекту «Маршруты детского здоровья», стартовавший пару лет назад. За это время бригада врачей из областного центра объехала практически всю область, причем не по одному разу. Вот и в Переволоцк медики приезжают уже в четвертый раз за этот год. И, как всегда, среди них специалисты, острая нехватка в которых ощущается не только в Оренбурге, но и в целом по стране. Посещая больницу, вот не хватает специалистов, кардиологов, эндокринологов, глазной. И много других специалистов, на прием к которым родителям и малышам приходится ездить за десятки и сотни километров в Оренбург. Но вы знаете, во всей России сложилась ситуация, когда действительно отсутствуют даже педиатры и узкие специалисты. Поэтому выезжаем в районные центры и в села Оренбуржье. Сегодня мы привезли эндокринолога, это врач областной детской клинической больницы, врач-гастроэнтеролог, привезли кардиолога, пульмонолог и невролог. Как просили по заявке. Когда они приезжают к нам на места, мы им очень благодарны. Они осматривают, дают рекомендации. Дети, которые нуждаются в дальнейшем дополнительном лечении, те дети уже приглашаются и едут в областной центр. А некоторые и очень многие дети получают квалифицированную помощь здесь. Кстати, сельскому здравоохранению, как говорится, помогают всем миром. Например, постоянную заботу проявляет и депутат законодательного собрания от Переволоцкого района Сергей Иванов. Его стараниями здесь появился новый комплекс по переливанию и анализу крови, предоставляется транспорт для оказания медицинских услуг детям из интернатов и малообеспеченных семей и многое другое. Только за 2 года, вот моей деятельности здесь, мы сюда выделили 29 миллионов рублей, оказали различную помощь. Это, конечно, не только здравоохранение, а спорт детей, забота детей, спортивные детские площадки игровые. Это тоже здоровье детей. Поэтому согласитесь, это большой вклад. Александр Сергеев, Роман Боричев, новости дня.